Челябинске реализует федеральный проект «Чистый воздух» к 2024 году в столице Южного Урала. Крупные предприятия должны снизить уровень загрязнения воздуха на 20%. На реализацию федерального проекта «Чистый воздух» планируется направить 663 миллиарда, 460 из них обеспечит бизнес. Сейчас с предприятиями заключено больше 20 соглашений о мероприятиях по уменьшению объема выбросов. Это разные мероприятия. Это мероприятия, направленные на обновление общественного транспорта, озеленение, то есть создание общегородских пространств, перевод существующих ТЭЦ, использующие уголь в качестве топлива, да, на газ. Задачу о снижении промышленных выбросов в крупных городах России поставил лично Владимир Путин. Помимо этого, губернатор еще поставил дополнительные нам планы, связанные с тем, что мы разрабатываем региональный экологический стандарт. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» русская медная компания занимается ликвидацией Коркинского угольного разреза, который является источником загрязнения воздуха в регионе. Мы осуществляем все заявленные мероприятия в полном объеме. На сегодня на Коркинском угольном разрезе мы осуществляем локализацию зон самонагревания и предусматривается его рекультивация. На сегодня локализовано уже 95% площади зон самонагревания в Коркинском разрезе. Чтобы полностью решить проблему, разрез ликвидируют с помощью закладочного материала, который будут доставлять с Томинского ГОКа.